Один из самых приятных способов времяпрепровождения – это посещение театра. Поэтому на выходных предлагаемся туда и отправиться. Если вы туда идете с ребенком, то обратите свое внимание на сказку «Серебряный рубль». Витиеватый язык, классическая музыка, галерея старинных портретов. Для современных ребят это будет настоящее путешествие в прошлое. Начало в 10 утра. В субботу и в воскресенье. Для взрослой публики в субботу в 6 вечера на сцене начнется водевиль «Так не бывает». Это спектакль современный, но созданный по образцам лучших водевилей прошлых столетий. И в субботу и в воскресенье маленьких спортсменов, которым уже исполнилось 3 года, ждут на танцевальной площадке парка Зернова. Ее превратили в уютный детский каток. Работает площадка с 14 до 20 часов. Также в воскресенье в парке пройдет большой праздник «Солнечная масленица». В народных гуляниях примут участие творческие коллективы исполнителей из Сарова, Арзамаса, Нижнего Новгорода и Владимира. Будут работать площадки, где все желающие смогут поучаствовать в играх и состязаниях, смастерят маленькое чучело маслену и самостоятельно испекут блины. Гостей праздника ожидает ярмарка, на которой будет представлен ассортимент выпечных изделий, праздничные сувениры города мастеров. Кульминацией праздника станет сжигание чучела. Начало праздничных гуляний в 12 часов. 17 февраля в 6 вечера можно смело отправляться на концерт фортепианной музыки в Доме ученых. На сцене лауреат международных конкурсов Александр Малафеев из Москвы. Для всех желающих открыты двери и в художественной галерее. Там представлено сразу несколько экспозиций. Экскурсия по выставке на бледно-голубой лазуре члена Союза художников России Петра Безрукова. Еще одну экскурсию можно заказать по персональной выставке «Светланин день» члена Союза художников России Светланы Ушковой. Станковая и печатная графика, иллюстрация, авторская игрушка и открытка. Каждую субботу в молодежный центр может отправляться тот, кто не мыслит своей жизни без салонных игр. 17 февраля вновь соберутся желающие почувствовать себя настоящим мафиози или шерифом. Начало встречи в 20 часов. На этой неделе можно смело отправляться в кино. В прокате есть что посмотреть. Вам уже исполнилось 18 лет и вы любите франшизу про 50 оттенков серого? Тогда вам дорога на картину 50 оттенков свободы. Сюжет расскажет о жизни главных героев уже после свадьбы. У них появляется недруг, способный разрушить счастье Кристианы и Анастейши. Как все повернется, чем все закончится, узнают те, кто посмотрит этот фильм. Российская новинка проката – фильм «Лед». Это смесь мелодрамы, спортивного фильма с добавлением мюзикла. Сюжет прост и этим подкупает. Все крутится вокруг желания главной героини стать известной фигуристкой и трудностях, которые ей необходимо будет преодолеть. Смотреть или нет – ваш выбор. Но те, кто уже были на этой картине, поставили самую высокую оценку. Проводите выходные с пользой и хорошим настроением.